Курбан-байрам – это праздник в каждый дом. Около 20 тысяч малоимущих семей в Дагестане получили жертвенное мясо. Крупную благотворительную акцию организовал фонд «Инсан». Большая работа была проведена фондом дистанционно. Подробности расскажет Хамза Нурмагомедов. Махачкалинский мясокомбинат работает с утра. В праздничный день здесь десятки людей. Они проводят обряд жертвоприношения. Все по нормам ислама. После закалывания внутри здания происходит разделка туши и распределение мяса. Все достаточно оперативно. Волонтерам помогают автоматизированные машины. Около 4000 человек стали участниками акции «Мясо в каждый бедный дом». Они подали заявку в фонд «Инсан» и оплатили за ягненка. Благодаря им свежим мясом обеспечили более 17 тысяч малоимущих семей. Такую же масштабную работу проводят все наши представительства, которые находятся во всех муниципалитетах, в городах и в районных центрах. То есть такая активная работа сегодня по всей республике проводит «Инсан». Доставить на дом жертвенное мясо помогают добровольцы. Милостыню передают прямо в руки подопечным. Спасибо вам тоже самое. К акции присоединился и сенатор Сулейман Керимов. Он пожертвовал 5000 баранов. Это мясо через фонд «Инсан» также получили остро нуждающиеся люди. Прием заявок на проведение обряда жертвоприношения продолжается. То есть еще на протяжении 3 дней фонд «Инсан» будет проводить обряд жертвоприношения, то есть люди еще могут успеть принять участие. Есть тоже необходимость участия волонтеров, потому что, как мы сказали, большое количество семей будут получать адрес с доставкой на дом мяса. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурадбек Барзов, телеканал ННТ, Махачкала.